кризисная обстановка на Украине, конфликт внутриукраинский, он так долго вызревал все эти годы, что накопилось огромное количество проблем, поэтому просто встретиться и обменяться, вот что ты думаешь, а что я думаю, это сейчас просто будет контрпродуктивно. Сейчас разрабатывается проект указа президента об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств. Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России. Russia is an important member and leaving the politics aside, that volume, as I mentioned, is needed today. And unless someone is willing to come and bring 10 million barrels, we don't see that we can, someone can substitute Russia, basically.